Новый губернатор произвел первые кадровые перестановки. Правой рукой Павла Конькова остается Александр Фомин в должности вице-губернатора. В ранге первых заместителей двое – Дмитрий Куликов и Андрей Кабанов. И еще 6 заместителей – Владимир Калинкин, Сергей Тальянов, Светлана Давлетова, Дмитрий Дмитриев, Ирина Эрмиш и Олег Пташкин. Из бывшей команды замов легко не досчитаться двоих – Владимира Герасимчука и Александра Грузнова. Зато заметное повышение у Сергея Тальянова, Дмитрия Дмитриева и у Дмитрия Куликова. В их подчинении теперь сразу несколько департаментов. А теперь о наиболее заметных кадровых решениях среди руководства департаментов. Департамент спорта и туризма, который возглавлял Николай Зотов, прекратил свое существование. Спорт отдали молодежной политике и руководит теперь этим ведомством Любовь Калмыкова. Она подвинула недавно назначенную Юлию Громову. А вот туризм теперь вместе с культурой. И руководит новым департаментом не Светлана Шмелева, а Наталья Трофимова. Управление информатизацией превратилось в департамент развития информационного общества. Пока не ясно, но можно предположить, что сменилось не только название, но и начальник. Об Антоне Калмогорове речи не идет, зато исполняющим обязанности начальника департамента назначен Александр Балакирев. Образованием в регионе теперь руководит Ольга Антонова, а вот бывший начальник департамента Наталья Буракова отправлена Павлом Коньковым в ЗАГС на должность председателя комитета. Сельское хозяйство передали Евгению Астафьеву. До этого он был главой администрации Гаврилово-Посадского района. В ближайшее время губернатор озвучит еще ряд назначений.